Привет, друзья! Индия представила прототип нового легкого танка «Зоравар». Он разработан в соответствии с требованиями индийской армии для высокогорных районов. Разработчик танка – компания Defense Research and Development Organization и Larsen & Toubro. Танк создан как ответ на китайские легкие танки Т-15, размещаемые на границе с Индией. Ранее Индия рассматривала возможность закупки российского легкого танка «Спрут СДМ-1». Подробнее о нем ссылки на видео в комментариях к ролику. Но в итоге решила разработать свой танк. Как сообщается, при разработке танка учтен опыт конфликта на Украине. Вес танка всего 25 тонн, что позволяет ему действовать в труднопроходимой горной местности. Вооружение танка «Зоравар» состоит из боевого модуля «Кокерл» со 105-мм пушкой от бельгийской компании «Джон Кокерл» и пулемета калибром 12,7 мм. Утверждается, что в качестве защиты используется модульная броня, а также системы активной защиты. В качестве базы для танка возможно используется корпус Саука-9 Ваджра. Индийская армия уже разместила заказ на 59 танков «Зоравар», а в перспективе планирует закупить в общей сложности 354 легких танка. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.